Всем доброе утро. У нас, смотрите, какое море. Шикарное сегодня. Погода замечательная. Я слышала, в России вообще холодрыга. Какая у вас погода? У нас вообще прям жарко, хорошо. А в Тамбовской области, в Тамбове, у меня подруга живет, говорит, плюс 8 ночью. Это как плюс 8 ночью? У нас даже зимой такого, наверное, редко бывает вообще. Как можно? И это август, как и ездить можно. Дэнтон? Машина ездит. Да, какой разный мир, да? У кого-то зима, у кого-то лето, у кого-то жара. А у нас хорошо. Машина, видите, не знает, как туда проехать. Где? Один поворот проехали, там им еще осталось дофига. Таких узких. Заедут, потом сами жалеют, нафиг заехали. Хотя внизу у нас написано, что улицы узкие и лучше большим машинам не заезжать. Но кто на это смотрит? Там вот тоже очень опасный, ну, неудобный поворот такой, знаете, узкий в горку. Нужно приноловиться. Давай. Сегодня поеду на пляж. Надо на пляж есть. Еще остался август. Ну, там сентябрь, в октябре можно еще купаться, правда. У нас еще много лета. Надеюсь, море прогрелось. А пока работать. Денежку зарабатывать. Сейчас буду обед себе готовить. Может, там есть вчерашние макарошки. А я буду себе готовить авокадо с вот такой с анчоусами. Ну и помидорчики черри добавлю. И вот такие котлетки пожарю. Это как раз три котлеты. И нам на двоих. Вот так вот все легко и просто. Это все надо полить соком лимона, иначе он потемнеет. Авокадо посолить немножко. Но немножко, потому что у нас же будут анчоусы, которые тоже соленые. А масло добавлю от анчоусов, чтобы было все так вкусненько. И вы тоже идите сюда. Мои сладенькие. Раздеребеним их вот так. Винь. Мне кажется, что должно быть вкусно. Я так никогда не делала, но если гвакамоле с анчоусами вкусно, то авокадо обычно почему бы и нет, да? Вот так, раздеребеним их. Пюре не хочу. Такое вот, чтобы пюре было, нет. Я лучше вот так. Вот так выглядит мой обед. С хлебушком. Всем приятного аппетита! На пляжике уже. Все-таки решила поехать. Смотрите, как сейчас пусто. Это, наверное, кто-то место занял. Час, 6 часов, как гуськом пойдут. Там что-то вон в море вижу. Горячо стоять. Сейчас попробую приблизить. И с вашей помощью посмотрим, что там. Если, конечно, сфокусируется. Должно быть прям... А вот, не хватает моего зума. Ну, непонятно, что это. Что это такое? Если вы поняли, что это такое, напишите мне. Потому что я вообще не понимаю, что это там такое плавает. Вы знаете, я пару раз видела здесь море дельфинов. Такое зрелище, скажу я вам. Прям обалденное. Видеть, как дельфины плавают в море, вообще супер. Попробуем водичку, как она. Вот холодная тварюга. О, холодная. После шторма всегда такая ледяная. Ну так, залезть и искупнуться можно. Сейчас быстренько искупнусь и все.
опять на том же месте, в той же позиции. Счастью, нет предела. Я всегда ржу вот над таким состоянием моей собаки, потому что, я не знаю, он так любит кувыркаться на траве. Ого, видите? Вообще, такой прикольный. Да, ты такой радостный, да? Ну вот ты еще унюхай все. Я сегодня без крема загорала, думала, поздно, уже солнце не так палит. И живот весь красный, представляете? Ну, по-пластунски. Трик-трик-трик. Но не болит ничего. Я всегда, знаете, чуть на солнце передержу и всегда краснею. Я краснею, я бледнею. Ну, ничего, пройдет. Вот опять начинается. Начинается. Мочал-мочал, на чем себе. Бамо! Он еще сейчас может лечь. Время уже 8. Я думала, народу будет не так будет много. Но нет. Там наверху у нас лавочки стоят. Там обычно парочки сидят. Причем парочки разных возрастов. Сейчас вот молодежь. Наверное, попозже будут уже такие постарше, знаете. Как скамейки свиданий, что ли. Вот он, вот. Тоже его любимое место. Покувыркаться. Да, конечно, на море вода леденючая, что просто пипец какой-то. Я 3-4 раза залазила в море и чуть ноги не сводила судорогой. Хотелось поплавать, но, блин, от такого холода. Видите, как здесь. Мужчина, наверное, кого-то ждет свидание. Там женщина. Таким видом он. Прям типа я царь. А тут женщины вот сидят. Освежаются. Прошла жара. Вот они сидят с веером. Ой, а вон там он Чарлин друг, которого мы видели на пляже. Помните, я вам рассказывала, что Чарли узнал своего друга на пляже. Вот там он. Мамо! Пишет. Сейчас он встретится с другом и будет с ним играть. Хочу ему показать, что его друг там. Мира, ту амиго? Ай? Он вроде как его увидел. Вообще, как дети. Вроде как его увидел и не увидел. Не знаю, пойдет он к нему, не пойдет. Там маленький юрсай. Мига, маму. Баму. И хочется, и колется, называется. Томиго, Томиго, да? Ой, какой ветерочек освежающий. Лафа. Так, все, не пойдешь к другу, значит пойдем. Инга, маму. И хочется, и колется. Все, я пойду, не будешь я стоять тут 3 часа и смотреть за детей учат. И так, так. Чарли, вень. На велосипеде. Такие чудные. У нас сегодня у детей был какой-то праздник, смотрите. Это цветная мука. И они вот так вот бегают и бросаются этой мукой. Потом там была фиеста де спума, праздник пены. Они там в пене все купались. О, Чарли, твою мать! Ты чё? Твою мать! Ты чё наделал? О, ты совсем дурак? Блин! Ты чё? Я 2 секунды отвернулась. Твою дивизию! Ты вообще куда пошёл? Как я тебя домой поведу? Охренеть! Да ты куда лезешь? Вот теперь... Он боится этих. Вот это ты дал.
свою дивизию. Не, ну вы видели его, а? Ржу ему. И не только я. Как я с таким по городу пойду? Вообще. Надеюсь, он в траве вывалится и все облезнет. Ну это вообще. Вы видели такое когда-нибудь? Клоун, Яша, иди в траве кувыркайся. Вообще, кувыркайся давай. Пришли на прежнее место. Может быть, он тут поваляется в траве. Ну что-то у него нет настроения валяться. Ой, блин, все на него смотрят и ржут. Ну это такое чудо, вообще редко встретишь. Не то, что редко, я вообще такое не видела. Не, ну вы видели этот чудик, а? Давай, чешись. Нет, он не хочет. Блин, как теперь по городу идти? Стыдоба, да и только. Скажет, что это с ним? Вообще, кадр ходячий. Скучно с моей собакой мне не будет никогда. Ой, блин. Сейчас душ прямиком. Сейчас в душ пойдем, не отстегиваясь, а то он мне там все делает. Я попробовала его отряхнуть кое-как. Самое интересное и самое паршивое, вся краска у него на носу и в ушах. Поэтому как-то, как мы их все убирать будем, не знаю. Потому что уши и морду особо мочить нельзя. Тем более какой-то там, если шампунь, пипец, все на улице. Ой, что с ним случилось, какой хорошенький. Ой, какой хорошенький. Прикол. А, ошибись. Кто не понимает вообще. Все, идем в душ. Сейчас посмотрим результат. Ну все, благо, что вот эта краска, она хорошо смывается. Где чучи? Бум, ай, упала. Поэтому все легко и просто обошлось без потерь и без боли. Ну, тут уши у нас немного остались розовые. И тут вот немножко. Ну, я не могла сильно лить ему на это, на морду. Поэтому как-то так. Теперь пойду сама в душ. Пока его купала, он меня всю уделал. Они же вот так делают. Так-т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 ак. Ну вот, совсем другое дело. Теперь мой беленький, красивенький, с розовенькими ушками. Да, красавец мой. И чистый, главное. И я с черной мордой. Да, моя рыба, скажи, сам перепугался. Сам перепугался, да, да, да. Ты моя рыба. Нет, целоваться нет. Ты что, не видишь, что у меня на морде черная штука? Я буду с вами прощаться. Всего вам самого наилучшего. Вот такие вот у нас приключения были. То ли еще будет. Ой-ой-ой. Всем пока-пока.